Итак, здравствуйте, друзья! Как вы могли догадаться, мы снова на кухне у Каспера из Киева. И сегодня мы поговорим не о кайте, не о кайтсерфинге и не об обучении, так как не дует по всем фронтам. А поговорим... О чем мы поговорим? Так как мы любим горячих девушек и холодный пронизывающий ветер, мы поговорим вот о чем. Недавно встретил я своего друга, и он рассказал мне, как добавить остроты в свою жизнь. И вот эта интересная бутылочка... Сейчас мы будем тестировать этот яд. Я не советую как бы никому, но тестировать буду именно я. Данный соус разработан на основе самого острого в мире красного перца Carolina Reapers. Вот. Chili Peppers is not a crime. Это слоган бренда Magma Lava. И теперь мы попробуем данный соус и данный перчик. Но для этого мы подготовили молоко, чтобы погасить всю остроту на всякий случай, потому что я не совсем готов умирать. И вот такую вот колбаску, обычную нарезную колбаску. Вот. Ну что ж, сразу скажу, что соус у нас по международной классификации имеет остроту около 150-350 тысяч сковелей, а перец, ну я даже не буду говорить. Я боюсь вообще сказать это слово, потому что ну, все захотят прямо его съесть и умереть. Да. Ну давайте же приступим. Колбаска. Начнем с такого менее острого варианта. Ну, на запах пока так не остренько. Ну, как? Много? Остренько. Достаточно остренько. Ну что сказать. С моим восточным характером, наверное, я недостаточно много этого соуса налил. Вот. Но послевкусие достаточно такое приятное. Я бы сказал, горящее. Но я ожидал худшего. Давайте теперь закусим непосредственно органическим перчиком Carolina Reapers, сорта Carolina Reapers, который любезно предоставленный на тесты моим другом Русланом Лазаревичем, автором данного рецепта. Сейчас я немного от соуса отойду. Да, мне рекомендовали совсем немножко откусить, так я покажу, что вот он такой вот небольшой, и сколько я буду от него откусывать. Сладенький. Вот это я понимаю.
Наверное, это было много. Магма-лава. Наверное, на этом мы данный тест на остроту перца будем заканчивать. С вами был Каспер Киев. Раз уж вы смотрите это видео на моем канале YouTube, подписывайтесь. Каспер Киев, Instagram, Facebook. Вы меня найдете везде. То есть я еще живой. Спасибо за просмотр. А также отдельное спасибо за этот превосходный, великолепный соус Руслану Лазаревичу и компании крафтовой, я бы сказал, такой инновационной в наше время компании по изготовлению данных соусов Магма Лава. До новых встреч! Get out the way, bitch, get out the way.